Так, ребята, всем привет. Все-таки планы меняются, и на самом деле я не могу без своего любимого Таиланда, поэтому поездка будет в октябре, в начале октября, где-то числа 2-3, именно в Таиланд, именно в Бангкок. С Бангкока мы берем байки, едем на север Таиланда. Там посетим очень много разных интересных мест, водопады, озера, там на плотах, там, короче, я много всего там видел. Дальше будут Филиппины. Да, кстати, эти все поездки будут по 20 дней. Будут Филиппины. Мы, опять же, это когда возвращаем байки в Бангкок обратно, то тогда мы просто на Филы, на остров Палаван. С острова Палавана мы через 20 дней, ну, может, не 20, может, чуть побольше, там посмотрим уже, какие билеты, может, по дешевке, может, что-нибудь найдем. Так вот, и будем перебраться в Камбоджу. С Камбоджи уже кто как хочет, чего. В общем, поездка рассчитана где-то на 2,5-3 месяца. Там уже глянем. Давайте, ребят, чё как? Это, ну, сами знаете, большие пальчики. Давайте на связи.